Пока Игорь Николаев реабилитируется после проведенного коронарного шунтирования и думает, как бы меньше работать, но больше зарабатывать, повысив гонорары, его супруга Юлия Проскурякова активно строит свою собственную карьеру. Юлия окончила ГИТИС и уже успела сняться в нескольких сериалах. На фоне своей возрастающей популярности актриса все чаще появляется в свет и в основном без сопровождения знаменитого мужа. В гордом одиночестве пришла Проскурякова и на премьеру ленты «Моя ужасная сестра 2». Актриса выбрала светлые тона для своего образа. Но заинтересовала публику вовсе не это, а то, что на безымянном пальце Юли отсутствовало обручальное кольцо. Вместо символа любви и верности палец украшал массивный перстень с большим драгоценным камнем. Это лишь подтверждает уже несколько месяцев гуляющие слухи, что в звездном семействе не все ладно. Якобы Игорю Николаеву очень не нравится, что жена перестала быть дополнением к его величию и славе, а начала активно развиваться самостоятельно. Но Юлия не намерена опять превращаться в тень известного композитора, который старше нее на 23 года. Их общей дочери Веронике исполнилось 8 лет. Девочка стала достаточно самостоятельной, поэтому мама может больше времени уделять себе.